На кустовом семинаре специалистов органов ЗАГСа присутствовали представители 10 районов Смоленской области. Гостей из Глинковского района, Ельнинского, Дорогобужского, Красненского, Рославского и других встречал глава Десногорска Андрей Шубин. Мы рады вас приветствовать у вас в городе. Я думаю, многие из вас уже не первый раз в Десногорске. Стараемся, чтобы у нас было комфортно и уютно. Что хочу пожелать. Сегодня отлично провести у нас день, поработать, обменять сомнения. В принципе, у нас тут все реализовано. Началось совещание с тестового задания, которое состояло из 10 вопросов, среди которых признается ли в России свидетельство о рождении или заключении брака, выданное компетентными органами иностранного государства, может ли быть сокращен предусмотренный законодательством срок на регистрацию расторжения брака в случае подачи совместного заявления о разводе супругами, не имеющими несовершеннолетних детей. Чтобы ответить на эти и другие вопросы, специалистам органов ЗАГСа было выделено 30 минут. Во-первых, мы проверяем уровень знаний, потому что в основе все-таки работы органа ЗАГСа это лежит знание законодательной базы. Ну, это, наверное, в любой работе, но органы ЗАГСа, они вообще-то входят в систему правоохранительных органов страны, поэтому у нас знание законодательства – это обязательное и самое главное требование. По завершению первого этапа семинара «Тестирование» собравшиеся обсудили ряд вопросов, связанных с изменением регламента, который был утвержден Министерством юстиции в декабре. Также на совещании обсуждались нововведения в работе органов ЗАГСа. Это конвертация документов, то есть работа в федеральной программе для создания единого реестра населения России и оцифровка документов органов ЗАГСа, начиная с 1925 года. На семинаре эти и другие вопросы были основательно проработаны. Продолжался семинар более 3 часов. А после этого специалистов ждала экскурсия по Десногорску. Обязательно знакомим своих коллег с районами или городами, в которые мы приезжаем. Потому что люди должны знать свою область, где они работают, потому что у нас область очень интересная, каждый район отличается от другого, везде свои есть какие-то особенности. Квалифицированная работа сотрудников ЗАГСа очень важна как для отдельного человека, так и для страны в целом. А кроме юридических знаний для этой профессии нужны особые качества личности, такие как душевная теплота, любовь к своему делу и к людям, умение сопереживать. И без преувеличения можно сказать, что именно такие люди работают на Смоленщине. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.